Начиная с 2005 года, каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. В этот день принято не только вспоминать тех, чья жизнь трагическим образом оборвалась на дороге, но и напоминать всем участникам дорожного движения об аккуратности и важности соблюдения правил дорожного движения. Еще до начала работы медицинского персонала возле лестницы собрались неравнодушные граждане, которые пришли принять участие в акции. Мы, в общем-то, рады, что доноры понимают это, и поток их не прекращается. То есть, несмотря на все сложности, люди продолжают жертвовать своей кровью и готовы, в общем-то, на этот маленький подвиг. По сути, сдать кровь – это значит спасти чью-то жизнь. В этом и заключается донорство. Кроме того, сдать кровь прибыли и сотрудники полиции. Мы, как сотрудники ГИБДД, первыми видим последствия ДТП и понимаем важность и необходимость сдачи крови. Кровь – это уникальный биологический материал, который сдать может только человек. Дмитрий Газин при содействии пресс-службы УМВД ГИБДД России по Брянской области. Событие Брянск.